Россия выходит на новый этап экономического роста. ВВП в этом году может увеличиться на 2%. Об этом говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Заявление он сделал в Туле. Наш корреспондент Олег Масальский расскажет, что пообещал министр властям региона. Для Максима Орешкина в качестве министра экономического развития России этот визит в Тулу дебютный. И что логично, согласно протоколу, первая встреча с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Главная задача – понять те проблемы, которые стоят перед регионом, какие направления дальнейшего развития, где бы мы могли бы помочь, поддержать каким-то образом. Очень важно это донесение тех программ поддержки и программ развития, которые развиваются федеральным центром, донесение их до регионов. Поэтому абсолютно важно общение и с компаниями, с малым и средним бизнесом. На сегодняшнем совещании я бы хотел поднять и обсудить, взять у вас консультацию, поговорить с вами, пообщаться, рассмотреть следующие вопросы, которые связаны с созданием перинатального центра, который одобрил президент, созданием нового бизнес-инкубатора. И, конечно, одна из ключевых тем – это особая экономическая зона «Узловая». В составе делегации Минэкономразвития России сегодня Тулу посетили и представители корпорации по развитию малого и среднего бизнеса во главе с Александром Браверманом. О развитии экономики и, в первую очередь, Тульской разговор продолжился уже в стенах крупнейшего металлургического предприятия региона. Правда, основные доклады звучали за закрытыми от журналистами дверями, но некоторые итоги диалога министр все же озвучил. Тула – известный промышленный регион, показывает очень хорошую динамику, темп роста в последние годы очень высокий. Мы, на самом деле, очень подробно обсуждали, например, вопрос кадров, обеспечения кадрами предприятий, какие меры бы госполитики здесь помогли бы обеспечить наличие специалистов квалифицированных на тульских предприятиях. Мы говорили о развитии инфраструктуры. Показали Максиму Орешкину и Тульский центр поддержки предпринимательства. На его базе существует бизнес-инкубатор. В стране пока таких немного, но в Туле он уже успешно и давно работает. Начинается все с консультации, далее они определяются уже, что именно ему нужно, либо проверить, в каком состоянии сейчас все находится, если действующий, либо на старте, наоборот, научить, как это делать. Уже затем задать свои вопросы и донести проблемы до министра экономразвития страны смогли тульские предприниматели. В основном речь зашла о преференциях по налогам, расширению программ господдержки и развитии кооперации и лизинга. Если это возможно, в числе тех мероприятий поддержки, которые есть, сохранить там и по возможности как-то расширять, связанные с субсидированием первого взноса по договорам лизинга, субсидированием затрат на модернизацию оборудования. Визит Максима Орешкина в Тульской области продлится 2 дня. Министр собирается посетить еще город Алексин, где главной темой разговора станет развитие моногородов. Олег Масальский, Андрей Иванюк, Вести Тула.